Здравствуйте, дорогая церковь. Я сейчас хочу поделиться с вами одно маленькое свидетельство, которое произошло возле 2 недели назад. Я пошел маленький корабль там на рыбалку по морю. Ну, очень много часов должен быть работать с людьми, которые абсолютно атеисты. И они начинали, они сказали мне: «Костя, ты что за человек? Сигареты не куришь, водку не пьешь, не ругаешь. Что вообще, что ты за человек такой?» Я немножко так смотрел, как обезьян, ничего не сказал. Помолился: «Господь, пусть благословит их, пусть поверит в тобой». Ну, Господь благословил, был хороший улов. Я брал хорошие деньги, но вообще Костя пошел зарабатывать деньги и забыл Господь. Почему? И когда наступило воскресенье, предная неделя, меня хочется просто плакать. Как мои братья и сестры в церкви прославят Господа, а я здесь в море подгоняю рыбы. Что такое? И тогда решил в свое сердце: я больше не буду работать. Лучше работать за малые деньги. А деньги, вы знаете, что не все. Они спасения не дают, здоровья не дают, радость не дают. И сказал я: остановлюсь до сегодня. И следующий день, понедельник, когда я уже пошел, мою законную работу, потому что эта рыбалка была незаконная. И рано утро меня дался такой сон. Я вышел из лодку, там маленький корабль рыболовный, был на пристань и прыгал вместе с одеждой в море. Никого не сбросило меня, я сам прыгнул в море и начинал в глубину, пошел быстрее. А это я хороший пловец, вообще это ненормальная скорость для глубины, пошел и ничего не делал. Потом я еще большая скорость и начинал выплывать вверх. И когда моя голова уже была над водой, я принимал воздух и все-то проснулся. Это было утро. И я немедленно понял, что Господь хотел сказать. Потому что море – это прообраз мира. А я хорошо знаю, что нет ничего вообще тьма и свет. И я хочу сказать большое спасибо тебе, Господь, потому что ты единственный спасатель, целитель нам, и пусть Дух Святой живет в наше сердце. Я уже знаю, что в это сердце это храм Святого Духа. Спасибо вам для внимания.